Лондон, мать городов английских, это Abbey Road, друзья. Легендарная студия звукозаписи Abbey Road. Ее основали более 80 лет тому назад. Настоящая музыкальная Мекка. Именно здесь записывались такие легенды музыкального мира, как Pink Floyd, Элтон Джон и, конечно же, бессмертные The Beatles. Здесь до сих пор работают люди, лично знавшие их. Я приходил сюда 50 лет назад, когда я был вот такого вот роста. Я помню, как-то Джордж Харрисон праздновал здесь свой день рождения. И вся четверка сидела и ела торт. Они увидели меня и позвали: «Эй, парень, иди сюда!» Я помню, как он кормил меня тортом. И до сих пор я жалею, что съел этот кусок торта. Лучше бы я его сберег. Особая атмосфера в этих стенах возникает тогда, когда здесь играет Лондонский симфонический оркестр Ее Величества. И теперь впервые в истории легендарный оркестр в легендарной студии будет записывать музыку нашего украинского композитора. Знакомьтесь, Игорь Переверзев. Именно его музыка сегодня заново родится в совершенно новом качестве в этих стенах. Я вообще говоря любитель, я не профессионал. Профессиональный музыкант тот, кто зарабатывает деньги от своей творческой деятельности. А любитель тот, кто получает удовольствие от этой деятельности. Сегодня здесь объединились две легенды. Знаменитая студия, именитый оркестр. И как же приятно, что третьим звеном стал украинский композитор и поэт. До этого проекта я ничего не знал об украинской музыке. Теперь мне хочется узнать больше о ваших музыкантах. В альбоме, который мы записываем, огромное разнообразие музыкальных стилей. Здесь есть такие старые мотивы, Чарльстон, который был популярен в 30-е годы. Есть музыка, похожая на саундтрек из фильма. И очень нежные моменты, такие вкрапления классической музыки. Love's a thing you can't explain. Love appears and then it's gone. Ну вот только что закончили запись вокальной части альбома. Это финиш, последняя часть. И это была такая необычная работа. Во-первых, хотелось донести смысл песни, которая написана не на английском языке, до англоязычных наших коллег. Начали переводить. Перевели, сначала сделали подстрочник. Слово в слово на английский язык. Все переживают за качество звука. Good. Very good. Здесь этому уделяют огромное значение. Сейчас на ваших глазах рождается мелодия. Музыка Игоря не подпадает под какие-то жанровые определения. Она необычная для нас. Я ждал этого проекта, потому что с технической стороны это для нас интересный эксперимент. 100 высокопрофессиональных людей, каждый из них творческий, каждый из них выдает очень качественный звук. Настоящее открытие. Это очень отличается от всего того, что я делал раньше. Вот так в этих священных стенах рождается искренняя и волшебная мелодия, которая потом, возможно, покорит сердца миллионов.